Олег Иванович, каким вам представляется год минувший, естественно, для футбольного «Спартака» и его болельщиков? По-моему, год был тяжелый. Хорошо, что он закончился. У нас остались шансы на самые высокие места, на мой взгляд. И то, что такие изменения в клубе произошли, меня это обнадеживает. Я почему-то надеюсь на этот тренерский состав. Состав команды, на мой взгляд, хороший. Ему по силам бороться за самые высокие места, что я им и пожелаю. Что будет решающим фактором вот в оставшейся части чемпионата и розыгрыша кубка? Ну, на мой взгляд, все-таки мастерство и самоотдача – это всегда было наиболее важным фактором для достижения результата. Ну и я надеюсь, что все-таки в команде будет, как мы любим говорить, семья. Именно объединяться ребята или вокруг тренера, или друг друга вокруг. Но, во всяком случае, как только они будут одной командой вместе с болельщиками, естественно, то они могут добиться многого. Нынешний тренер «Спартака» Олег Георгиевич Кононов проповедует как раз тот футбол, в который играли вы сами, который вы прививали своим подопечным. Вас это обстоятельство радует? Верите ли в то, что ему удастся поставить этот футбол нынче в «Спартаке»? Время нужно, конечно, потому что, несмотря на то, что это очень зрелищный футбол, который действительно я люблю и смотреть, и сам пытался в него играть, он еще долго ставится. Это нужно несколько месяцев. И очень надежда большая на то, что удачно пройдут сборы, и мы увидим играющую команду. Да, конечно, физподготовку никто не отменял, но соединить вот физподготовку с уровнем мастерства ребят, которые играют и в пас, и стенки забегания, про которые уже начали немножко забывать. А все же это очень грозное оружие, против него нет обороны, можно так сказать. Так что думаю, что если эта игра получится, мы добьемся результата. Олег Иванович, ну в том, что мы сейчас не на первом месте, и нас никто не преследует сзади, есть и доля вашей вины. Потому что вы очень редко бывали на стадионе. Поэтому вы непременно должны исправить ситуацию. Это 100%. Я уже посмотрел календарь, все поездки, все мероприятия на это время отменено. Я буду на каждом матче и с большим удовольствием. Ждем, Олег Иванович, ждем. Без вас никак. Буду стараться. Все, что от меня зависит, к сожалению, от меня ничего не зависит, но я буду на стадионе.